Всемирный день туризма, который отмечают 27 сентября, в этом году в республике растянется на целую неделю, наполненную интересными путешествиями. Начнется она уже завтра, 21 сентября. Сотрудники туристических компаний, музейные работники, владельцы гостиничного бизнеса и просто любители путешествовать. День туризма объединяет всех и организаторов отдыха, и потребителей туруслуг. В большинстве стран этот праздник отмечают вот уже более 30 лет. В Чувашской республике есть на что посмотреть, уверенные организаторы нынешней недели. Жители и гостей столицы Чувашии ждут презентации новых экскурсионных маршрутов и специальные ознакомительные туры. Специалисты туриндустрии встретятся за круглым столом и на семинарах. Всю неделю с 3 часов дня все желающие смогут прогуляться по исторической части Чебоксар в сопровождении экскурсовода. Ура туристам! На железнодорожном вокзале и в Чебоксарском аэропорту под таким названием состоится флешмоб. Поучаствуют в неделе и школьники. В учебных заведениях пройдет урок «Познай свой край». Для туроператоров состоится первый в республике гастрономический тур «Попробуй Чувашское». Он познакомит гостей с национальными блюдами и напитками. В программе недели презентация экскурсии в русский драматический и кукольный театры. Причем артисты готовы рассказать о том, что любопытного происходит за занавесом. Эксклюзивные экскурсии по музейным фондам состоятся в Чувашском национальном музее. Здесь планируется и акция «Кинотуризм». Все желающие могут посмотреть фильм о любимом городе Чебоксары в 3D. Ключевым событием недели туризма в республике станет подведение итогов республиканского конкурса «Лидеры туриндустрии Чувашской республики-2016».